В Казахстане за сутки более чем в два раза выросло число заболевших коронавирусом. Вспышка ковида зафиксирована в столице. В городе больше 3000 новых случаев заражения. Следом идет Алматы и Шымкент. Двое пациентов скончались от коронавируса. Такие цифры приводятся на официальном сайте Минздрава. Что же касается вакцинации, то первую дозу получили больше 9 миллионов человек. Полную иммунизацию прошли свыше 8,5 миллионов.